Так-так-так. Привет! Витёк на экране, и сегодня у нас, можно сказать, ретроспектива. В это поделие играли еще в лохматых там 2000, я не знаю, каких, 13-х, 12-х, 10-х, 14-х годах. Не знаю, когда это дело произвели. Это, ребята, Винни-Пух и Матрица. Подбили меня тут зрители на это дело. Говорят, давай, смотри. Вроде как некоторые говорят, что это просто тупо мульт, то есть нужно реакцию делать, так что, если что, я Виктор Реактор. Сейчас, все, нормально. Давай, жмем плей, посмотрим, что это такое вообще. Проснись, Винни. Матрица ищет тебя. Там даже буквы за экран выехали. За какой свинью? За какой свиньей она меня ищет? Винни, ты должен торопиться. Матрица уже устроила за тобой слежку. Морфей говорит, что сюда приближаются да, агенты. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то для нас это она это кролик, а кролик это подходящая компания. Действительно, Винни-Пух. А это кто? Конец Пятачок. В самом деле, Пятачок. Откуда у тебя это? Ой-ой-ой, больно! Ой, я, кажется, похудел. Уворачивайся! О, боже мой, это что там, авторские права сейчас примут или что, а? О, ёлки! Давай, Пух, уворачивайся! О, улетку на пистолет взялся, что за бред вообще? Так, мой кролик, это агент Смит. Давай, свинья! Бам! Ха, надо было дробью. Масяня, форева. Только и однако работа. Верно. Ну, что, если вы больше не диван не хотите, разве еще что-нибудь есть? Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? И не зачем так орать. Я и в первый раз прекрасно слышал. Ну, мы нашли. Сразу никто не уходит. В гостях так не принято. Ха-ха, в гостях так не принято, на гранату. Что? Что это так бумкнуло? Блин. Какая дичь, капец. Так, все, я пошел вторую часть смотреть. Диалоги топ. Кстати, озвучка классная. Мне понравилось. В «Матрице», ребята, было 3 серии. Собственно, у этой игры тоже 3 серии. Значит, этой игрой-то сложно назвать. Здесь это просто тупо ролик. Продолжаем нашего Виктора Реактора. Я удостоверился, что это именно так должно называться. Пух Preloaded. А Матрица назывался Reloaded, кажется. Ну, погнали. Ай, господи, под какую музыку она это делает? Авторские права, придите, да? Ну ничего, я их вырежу, если что. Переживайте. Музыку, в смысле, эту вырежу, вы не будете ее слушать. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Смотри, 3D какая пошла-то уже, а? Графон-то улучшился. А дождь какой великолепный. Ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-барам-барам-барам. Кил-сова. Лифт. Так, куда они пришли-то вообще? А, сова. Ой, так ведь это же я. Мама, мамочка! Винни-Пух, Пятачок. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь? А раз уж ты все равно, то в мире. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Ха-ха-ха, понеслась. Эй, вытаскивайте меня отсюда. Вытаскивайте меня отсюда. Рубил его же. А, это помню, там сцена была, там где на первом этаже рушили там все. О, жесть. Эй, вытаскивайте меня отсюда. Не, а трубку прострелили, конец.
Ну, давай! О, у него пистолет опять появился. Да как так? Почему они все время попадают в него? Нечестно. А что ж ты будешь делать, а? Не, ну первая часть смешнее намного была, если честно. Продолжение следует, хорошо. Пух 3. Матрикс апдейт. Здесь какой-то злодей уже появляется, видимо, Карлсон. Прям там же, где было продолжение. Почему он хромает? Куда ты хромаешь? Вернись. О, ослик. Нифига себе, графон, ты посмотри, графон. Вертолет. Погоди, а в третьей матрице разве был вертолет? А что вообще это? Сейчас вдарит. Я лучше на рапель. Ну вот, теперь я совсем как настоящая черная тучка. Мамочка! А на маленькую тучку один похож? Это в команду было. Вот отсюда больше похож. А, я помню этот момент. На крыше, да? А тут находится моя половина. Знатная зверюга. Мех, мясо, скварок на заю. Ха-ха-ха. Знатная зверюга. Я подумал, а не захватить ли нам на всякий случай? От этих всего можно ждать. Так, так, так. Пятачок сейчас что-то найдет. Ага. 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 Ну, пошли. Пошли, стой тут. Никуда не уходи. Я сейчас. Выбегается! Понеслась, ребят, все, поперла. Давай, мочи! Куда он стреляет? Что за бред происходит? А, его подбило! Граната! А пятачок подложил гранату. Тащи, тащи. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Я старого пью. Замолкни, зануда. Извините, я хотела бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком. Зеленого. Мой любимый цвет. Джонни! Надо бежать, ребята! Че за фигня вообще? Вообще смесь всех мультиков. Так. Куда идем? Чего хотим? И входит, и выходит. Ой. И входит, и выходит. В дырочку. Это в метро, да, сцена? Ну это во второй части, по-моему, было в Матрице, или нет? А почему он опять живой? Ого! Ой! Дима! Дорогие поклонники серии мультиков в виде Матрик, к сожалению, это последняя серия. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Ой. Слилась серия, ребят. Ну, если честно, первая была самая топовая. Вторая проходняк, третья просто уже из пальца высасывалась. Сценаристы уже высасывали из пальца содержание. О, не, ну, конечно, вот эта вот сцена, как где он входит и выходит, это вообще топ. В дырочку ему. Да. Ну, ребята, нарекомендовали посмотреть. Первая часть топ, да, согласен. Ну, ладно. По вашим просьбам, как говорится, может быть, не лично твоей, но по просьбе вот этого человека, который в чате сейчас напишет, да, кто там попросил меня снять эту игру. Покажись, пусть люди знают, в кого надо кидать помидоры. Прошел я Винни-Пуха и Матрицу. Ну как прошел? Просмотрел, поржал,
прореагировал. В общем, лайки ставьте, делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. Обязательно это делайте. В описании там каких-нибудь ссылочек накидаю на что-нибудь прикольное, похожее. Всем пока.